Председатель правительства Республики Ингушетия Муса Чилиев в сопровождении своего заместителя Мадины Гойговой проверил готовность стадиона «Центральный» к проведению игры первого тура футбольной национальной лиги. Инспектор Российского футбольного союза, приезжавший в Назань, подписал документ, дающий право команде «Ангушт» играть на своем поле. В настоящее время на стадионе идут ремонтные работы. Установлены новые кресла, биотуалеты и выполнены другие необходимые работы. Как только стало известно о том, что наша команда уже переходит в следующую лигу, сразу начались работы строительные по подготовке стадиона, согласно рекомендациям, которые были спущены к нам из Российского футбольного союза. Напомним, что в футбольной национальной лиге будет играть 19 команд. Первый матч сезона 2013-2014 годов «Ангушт» проводит с футбольным клубом «Нефтехимик» из города Нижнекамска, Республики Татарстан. Муса Чилиев сделал некоторые замечания по выполняемым работам руководству стадиона и клуба и выразил обеспокоенность сроками их завершения. Это первая игра «Ангушта» на родном поле в качестве участника в первой лиге, и, соответственно, мы должны учесть все требования, предъявляемые к стадионам Российским футбольным союзом. Создать комфортные условия как для футболистов, так и для болельщиков матча, сказал премьер-министр, обращаясь к ответственным лицам. Руководство стадиона «Центральный» и представители футбольного клуба «Ангушт» заверили председателя правительства Ингушетии, что работы по приведению спортивного сооружения в соответствии с требованиями футбольной национальной лиги будут выполнены качественно и в срок. Вышли мы все-таки неожиданно в первый дивизион и не были готовы. Как бы, стадион не был готов абсолютно к проведению этого матча. Приезжала комиссия, написала перечень этих поправок, которые надо как бы выполнить все это дело. И мы за этот короткий период, в принципе, на 90% все эти вопросы закрыли. Там надо было, во-первых, поменять все скамейки, около 3000. Они не соответствовали, как бы там спинка кресла должна быть не менее 30 сантиметров. Их почти мы уже, как видите, поменяли. Так, видеонаблюдение должно было быть. Это тоже, в принципе, мы уже на 99% вопрос закрыли. Ну и всякие мелочи там были. Здесь же на стадионе построено ложе на 50 мест. Заканчивается установка новых кресел на трибунах. Но главное событие, конечно же, предстоящая игра. 7 июля назранский «Ангушт» возьмет старт в первенстве футбольной национальной лиги домашним матчем с футбольным клубом «Нефтехимик» из Нижнекамска.